Сейчас мне очень интересно, найдет ли она по запаху наш дом. Да, откуда мы шли? Ну, как мы шли? Сможешь вернуться домой? Мы в этой стране не гуляли. Да, то есть так далеко мы первый раз. Она идет по своему следу. То есть мы так шли вот туда гулять. Вот там мы были. Да, мы были вот там. Сейчас вот мне интересно, сможет ли она по своему следу вернуться и найти дом. Да, мой хороший. Зайка. Да, то есть это просто свойство приоритарных собак. Это не обучение. Это их природное, нормальное свойство пользоваться носом, искать дорогу, искать пропавшую живность, отбившись от стада. Мы можем просто это поставить в итоге потом, ну, в своих интересах использовать эту способность. Ну, у них много еще чего есть. Вот, но, тем не менее, очень интересные собаки. Да, мой зайка? Где дом? Вернешься? Кармина! Молодец! Вот щенок идет по следу. Ну,